Всем привет, уважаемые зрители, с вами как всегда Вульф. Сегодня будет очень необычное видео, потому что по сути я дебютирую в обзорах техники. Будем сегодня обозревать то, что очень актуально для канала, а конкретно вот такой микрофон. Он называется Fifine Ampli Game Gaming микрофон A6V. Это микрофон средней ценовой категории. Если посмотреть на цены прямо сейчас, то со скидками можно купить где-то за 2700 рублей, что вполне неплохо. Главное то, чтобы он для своих денег хорошо звучал. Для этого и делается это видео. Мы сегодня его распакуем, протестируем. Проверим его не только в моих обычных условиях, как я веду прямые трансляции, как я записываю Stalker News, но самое главное проверим то, как он звучит в компьютерных играх. Очень надеюсь, то, что видео для вас будет интересным и актуальным, потому что меня смотрит довольно разнообразная аудитория, есть и другие стримеры, есть люди, которые играют в сталкерское РП и, наверное, хотели бы узнать, каким микрофоном можно пользоваться для хорошего отыгрыша, есть люди, которые озвучивают сталкерские модификации, поэтому пусть сегодняшний ролик станет ответом на вопрос, какой микрофон прикупить. Я очень надеюсь, что он стоит того. Переходим к самому главному и распаковываем. Сразу хочу сказать то, что когда я получил эту посылку, я его поднял и подумал, там вообще что-то есть в этой коробке, потому что это очень легкая коробка. Я сейчас пишу звук со своего старого микрофона, он довольно-таки тяжеленький. Этот микрофон очень-очень легкий. Я реально подумал, что коробка была пустая. Распаковываем. Тут нас сразу, смотрите, встречает гид. Но я думаю, что он вам не особо понадобится, потому что это USB-микрофон, соответственно, вы можете сразу после распаковки его вставлять в компьютер, и он у вас будет работать без всяких настроек. Это я уже понял по прошлому моему опыту пользования USB-микрофонами. Так что вот этот гид, в принципе, я думаю, что в большинстве случаев не понадобится, но если что, он есть. Так-с, открываем дальше. И тут у нас вот такой вот набор. Так, сам, собственно, микрофон. Он очень легкий, вы знаете? Он нереально легкий. Смотрите, сразу стоит отметить то, что у него встроенный поп-фильтр. Очень удобно, потому что я, например, когда покупал свой первый USB-шный микрофон, на нем не было поп-фильтра, соответственно, все звуки лишние, они на запись шли, и пришлось потом докупать себе еще поп-фильтр. Здесь поп-фильтр сразу встроенный. Причем сделаны под размер микрофона, соответственно, он не будет занимать у вас очень много места, не будет ваше лицо заграждать. Сразу еще хочу отметить то, что держатель здесь паук, он позволяет избегать всяких вибраций лишних, поэтому вы можете смело его на стол ставить, пользоваться без проблем. Паук — это всегда очень большой плюс. Еще по внешнему виду отмечу то, что здесь есть вот такая вот кнопочка, которая включает-выключает микрофон, есть крутилка громкости микрофона. Что еще у нас есть в коробочке? Естественно, USB-провод. Как я уже сказал, вы можете сразу подключать его к компьютеру и пользоваться. Вам не нужна никакая аудиокарта, все работает без нее. Также у нас еще в комплекте настольная подставка. Ну что, подключаем и будем тестировать микрофон уже непосредственно в действии. Ну что ж, вот мы и подключили наш микрофон, звук теперь идет уже непосредственно с него. Сразу бросается, конечно, внешний его вид. Смотрите, как он хорошо светится. RGB-подсветка. Сейчас это стало уже очень модно, потому что светится абсолютно все. Клавиатуры, мышки, видеокарты, наушники. Светится все, теперь будет светиться еще и микрофон. В общем, все, что касается внешнего вида, то он полностью соответствует своему названию. Это гейминг-микрофон. Он хорошо звучит, как я уже проверил только что. Он хорошо, красиво выглядит. Прямо специально для того, чтобы вот так вот сесть и играть в игрулечки. Мне еще очень нравится то, что здесь есть вот такая вот кнопочка, которая включает-выключает микрофон. Это очень удобно. Причем она работает просто... От малейшего прикасания работает кнопочка. Очень хорошо, лаконично выглядит этот микрофон. Fifine на самом деле молодцы. А теперь давайте протестируем его непосредственно в действии. Вот, например, прямо сейчас я записываю новый выпуск Stalker News. Всем привет! В эфире Stalker News, передача обо всех центральных новостях и событиях из мира сталкерского моддинга. Смотрите в этом выпуске. True Stalker. Релиз состоится в июне 2023 года. Ray of Hope. Новые модели персонажей. Об этих и многих других новостях смотрите далее. Или, например, как я веду прямые трансляции.
Всем привет, дамы и господа, с вами как всегда Вульф Сталкер, и мы продолжаем проходить модификацию Объединенный Пакт 3.0. Определенно можно добиться и более лучших результатов, тем более если вы занимаетесь обработкой аудио, если правильно расположить микрофон, если у вас помещение соответствующее, качество звука может быть еще лучше. Но, на мой взгляд, звучит очень даже неплохо, для своих денег тем более. Самое главное то, что микрофон предназначен для геймеров, это специальная игровая серия, и, соответственно, мы будем сейчас проверять микрофон уже в играх. Для начала сыграем во что-нибудь хорошо нам знакомое. Ну что, поехали? Так, сейчас давай за насыпь. Там возьмем пару квестов и пойдем еще собак постреляем. Вперед. За мной! Погнали. Салага. Стоп. Аккуратно, здесь аномалия. Сейчас я болтом раскидаю. Вот, слева можно обойти. Так, аккуратно, там плоти. Видишь? Погнали. Спеклись, пташки. На карачок. Глаза резать будешь? Так, ну что, затащим? Нет. Затащим. Как меня слышно? Тебя отлично слышно. Оцени по 10-бальной шкале. Ну, для КС на 10-ку. Так, сейчас давай не спешим. Пусть они выйдут сюда. Выманим их немножко на себя. Минус один. Молодец. Good work, good work. Так, смотри, пойдем прямо. Нам нужно бомбу поставить. Ой. Ёлки-палки. Он наверху был. Там вот, вверху прям. Слева вверху, да. Внизу же. Молодец. Я минус. У него минус 81. Дефьюзю. Успею, да? Ну давай. Нет! Ладно, спасибо большое за игру. Вот такой вот микрофон в действии. Мне кажется, то, что очень достойно. Я надеюсь, то, что это видео ответит на вопрос, какой микрофон себе купить, потому что он, опять же, прекрасно подходит под прямые трансляции, он прекрасно подходит под игры. Пожалуйста, подключаем все довольно-таки просто к компьютеру и пользуемся. Поскольку он еще очень легкий, компактный, то можно брать его с собой куда-нибудь в поездке. Он еще же подключается не только к обычному компьютеру, но и к ноутбукам. Поэтому, где бы вы ни были, у вас всегда может быть хороший звук в играх. И теперь самое главное, где вы такой микрофон сможете приобрести. В описании под видео я оставил все необходимые ссылки, переходите, там же вы можете узнать все подробные характеристики о модели. Если у вас возникнут любые дополнительные вопросы, то не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я постараюсь ответить на все комменты, которые касаются непосредственно этого микрофона. Возможно, вы хотите что-то знать дополнительно, пожалуйста, не стесняйтесь. А я на этом с вами прощаюсь. Большое спасибо за внимание, с вами был Вульф Сталкер. И микрофончик, который я теперь тоже буду, кстати, порой использовать. Почему бы нет? Звучит, по-моему, очень хорошо. До скорого.